Я к мату отношусь достаточно настороженно, потому что бывают действительно постановки, и даже в кино бывают такие фрагменты, да, такие кадры, что без использования нашего великого русского мата они не будут настолько полноценно звучать и не будут настолько доходчивы для зрителя. Поэтому, конечно, если это не просто для красного словца, если действительно эта фраза имеет место быть и без нее разваливается, вываливается сам сюжет и сама основа, да, содержания, тогда я думаю, что можно разрешить, опять-таки ссылаясь на то, что в зале должны быть только взрослые, чтобы всячески детей оградить от вот этого русского языка, да, но так просто так попусту, мне кажется, его использовать на самом деле не нужно.